Спецпошлины на ввоз иномарок отменят, как только подпишут соглашение об ассоциации с ЕС. В этом глава украинского МИДа Леонид Кожара заверил своего коллегу из Японии Фумида Кисиду. Напомню, в апреле был введен дополнительный сбор на импорт легковых авто. Украинская сторона объяснила действия попыткой защитить свой автопром. США, Япония и целый ряд стран ЕС возмутились. Компенсации членам ВТО могут стоить Украине 350 миллионов долларов в год.